Большая ночница до этого ни разу не попадалась на глаза калининградским зоологам. Теперь же с показа крылатой начинается каждая экскурсия. Директор по работе с посетителями Ирина Литвинович уже успела изучить характер своих подопечных. Женщина рассказывает, удивительно, но за час они съедают около 600 комаров. Такие маленькие существа, которых почему-то многие боятся. Наверное, из-за того, что мало о них знают. На самом деле крылья, вот такие роскошные, образованы кистью передней лапки. То есть это полноценное млекопитающее, и в начале лета у нее появятся детеныши, и мамочка будет кормить ее молочком теплым. Всего же в Бенхофе обитает 3000 летучих мышей 6 разных видов. И по словам зоологов, животные прекрасно себя чувствуют в этих стенах.